нормально там распетрушило. Да, бочка конкретно, конечно. Ё-моё. Нифига себе. Что, встал на паркинг и узнаю, что мой корешок Лёха едет в этом же направлении. Совпадение? Не думаю. И что могли подумать? Да вот он уже здесь заламывается. Давай, давай. Равнее заходим. Ё-моё, вот это у него дракон, да? Пиздец, как он подгазовывает. Казбёхер. Супер транс. На полоску из этого не надо наезжать. Вот это стволок. Ух, Вольво. Здрасте. Здрасте. Ну еще, показывай. Ох, Леха, так у тебя хана к колесу, ты видел? Оно уже у тебя стоит. Ну. Или нет еще? Это еще побегает, я думаю. Какого года машина? 17-го? Мне кажется, они... Ну да, 17-го. А чего ты зеркало не открываешь? А ну. Добавьте немножко позитива. Потому что не держится. Я понял, я... О, а потом как приехали. Да, у Люхи машина 17-го года. А что ты оторвалось у тебя внизу, да? Это антистатик. А. Ты не понимаешь. А от блю бьет или нет? От блю не. Ну как, там стоит ОБД разъем. Типа, отключишь его, типа проверит? Ну, можно проверить или что? Ну да. Ясненько. Так. А, ты здесь два поставил? Я хотел сказать, так, а что тут с одной стороны упор, и здесь с одной стороны упор. А ты два поставил упора? Не, ну у меня два колеса завязаны, я один упор. А ты так всегда вяжешь по два колеса? А ну здесь просто, я не помню, что, сюда упор не ставят. Я хотел, ну, завязать два колеса, но не поставить, видишь, сюда упор. Ага. Ну, типа, мешает. Ну, поэтому завязал там, чтобы, блядь, просто. Все ясненько. А у нас, видишь, тут проще в яму. Ну, у нас... Ну, тут, видишь, упор не везде поставишь. Понятно, если там колеса, там, машину одну ближе сюда колесо, да, поставишь. А площадка-то вообще не двигается, да? Вперед-назад, нет? Вот это? Да. Ну вот это вперед-назад двигается. Двигается, смотри. Ну вот, ну я ж вон, видишь, закозлил, сюда. Смотри. Не, ну вверх она поднимается, а именно выдвигаться вперед. И вперед-назад она ездит, да-да-да. Понятненько. Ну, казбёхер. Что поделаешь? А где ремни хранишь? Слушай, ну смотри, у меня... Слушай, это я правильно понимаю, это этот цилиндр, что ты говорил, что-то, да, его? Это амортизатор передний. Амортизатор, да, нормально. А утром будем, я так понимаю, вставать и подкачивать, выливать кабину или не надо будет? Не, ничего, ты что? Поехали. Ну смотри, вот эти вот ремни, да, что ты связан. Вот сюда все ложится. Угу. Верхние ремни, вот тут, видишь, завязан, даже один лишний. Ну, крюки. Угу. Там вон один крюк. Тут ремни нормально. Там только вот эта вот площадка, где на дышлем тягаче. Там на площадке кидаю, завязываю. Ну ты видишь, когда у тебя фонарики новенькие стоят, да? Посмотри, сними зазор. Снизу какой, между асфальтом и дышлом. Как я езжу. Нормально. Да, бля, лежачий полицейский. Вот сними даже свой, да, вот зазор. Ну да. Вот мое дышло, высота, а вот у Лёхи. Нарядненько. Любой лежачий, да, это проблемка. Ну завтра сядешь? Да. Все по кайфу. А ты видел, когда пускал, да? Что, эту? Антенну. Да, да, антенна, это вообще дулом бали. А и, блин, я... Ну, а можно же было сломать там, допустим? Я ее закрыл. Если бы не закрывал бы, я подкрутил бы и все. Так мне уже было в планную потом доставать. Какой стаж вождения грузовика? Блин, что так далеко заехал, капец? Да, я... Купра смачный. По самую траву. Ну, такие прикольненькие, да, Купра? Ну, да. С обычными, ну, поинтереснее посмотрите. Не, ну да, конечно. Да здесь диск, мне кажется, поменьше, нет? Да, диск. Слушай, есть диски вообще красивые. Не, сам диск, в смысле, тормозной. Ну, я понял. Вообще, да, в целом морда такая симпатичная. Ну да.
Слушай, ну такая она злая, да, такая вот у нее мордаха. Ты закрывал машину? Дома красивая, горит, получается, ну, все подсвечено здесь. Ну, понял, вот эти вот все огни. Ага, ага. Полностью вся полоска, да, короче? Очень классно. Слушай, ну, Купра такая интересная, да. А, нет, открыто. Тихо, смотри, там лежат. А там что? А там упаковочный лист. Будешь на ночь закрывать машину? Ну, да, ну. Я, по-моему, все нижние все закрыл. Слушай, она золотая такая, прикольная, да, золотые. А по выхлопной, это кстати, что там? Кстати, ну, да, 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 я вижу. А внутри стоит этот... динамик усиливает, понял? Звук выхлопа, и тебе кажется, как будто реально машина звучит. Слушай, ну смотри, короче, фишки электротачек, вот я вижу, что на электрической из-за того, что уже у нее задний привод. Видишь? Там уже, скорее всего, этот мотор стоит основной. Они ж как-то гибриды. Ну да, потому что, видишь, там реально, это не редуктор, это реально... Там, плюс дизель, там, да, там какой-то прям мотор какой-то или что-то, но видишь, здоровый сильно, это не может быть карабас какой-то. Слушай, ну все это вообще прикольно, в принципе, тачки. Вот, ну, у нас же на рынке нет таких купок. Не, мне кажется, вообще их нет. Блин, ну интересно, мне кажется, мы не катались, да? Ну что, я, кстати, не вижу. Цвет, да, такой тоже прикольный. Ну, необычный какой-то даже, я не знаю. А ты видел, что там, по-моему, спереди даже... А, блядь, ясно, слышь, говорю тебе, спереди, слышь, сзади мотор, она же передом стоит. Ну, задом. Ну, блин, я говорю, слушай, не может быть такой, блин, она же передом стоит, ёлопала. Ой, дурак. Точнее, задом, а передом к нам. Ясно, блядь, Лёха, молодцы, да? Чё, ну прикольная такая Асбёхер, ё-моё. Состояние, конечно, вот Лёха оставил клей, я думаю, месяц. Знаешь, что это? Уже. Он прикольный, он так и возится. Короче, у меня тут вот... Так вот, он не приклеенный. Так я понял, смотри, у меня тут порвало шланг. Ага, фитинг, ну, здесь. Ну, вот тут, короче, уже фитинг не поставить на самом изгибе. Ага. И я вот этим вот двухсторонним скотчем обмотал, ну, он такой липкий, и заливал суперклеем, ну, чтобы он затвердел в камень. Жесть. Ну, и немного, а вот этот вот палец... А что держит эти, ну... Вот этот вот палец, понял, оно воздухом. Воздуха не хватает, воздух оттуда травит. И он не может выйти, стопор. Я не могу потом опустить второй этаж. А, ну хотя бы не отвалится. А так, ну, стопор отходит, и я второй этаж буду двигаться. Петро. А где рычаги находятся? Видишь, тоже дышка растянута. По сути, можешь было, да, тачку немножко назад сместить. Одну, вторую, но уже все завязано. Я так стою, думаю, да ну нафиг. Ну что, мне сейчас лезть колеса, развязывают двигатель. Ну, поеду я с дышкой. А зачем ты ее задом загнал? Кого? Ну, ту последнюю. Просто так, я не знаю, удобно стояло. Больше ремней же кидать. Что-то там же вообще пофиг, по сути. Ну да. Ну, как бы... Просто стояло так заехать. Так а где рычаги? Где управление всей этой... Прицелом? Да. Ну, с той стороны. Как и у нас, тоже справа. Блин, ну тебе приколдесно. Ну, тот ящик откидывается. Вот этот весь? Не-не-не, о. А, вот этот? Ты не весь? Нет. Внешний как бы. Там ключ прячет. Ключ всегда висит. Чё прячет? Ого-го. И она заводится, да, тоже здесь же? Ну, с этой кнопок или нет? Ну... Уже нет. В теории, да. В лучшие времена она заводилась. Слушай, так они даже не подписаны. Свет, установка. Не подписаны, да. Тут, ну да, кстати, тут не подписано. Ну, по памяти, да? На тягаче подписано. Ну, да. Ну, это нижняя платформа, это выезжает. Это верхняя, это вот эти вот очки регулируются, ну вверх-вниз ездит. Это высота, ну левый кузнечик, правый кузнечик, второй этаж пускать. Это площадка выдвигается верхняя, все. Ну то есть элементарно. Ну да, почти как у нас, но по-другому. Да. Ну кран, понятно. Кран опустить. Интересненько, интересно. А вот эти, ну, стопора. Вот. Ну то есть вот эти. Типа они выходят, опустил, да, пальцы? Опустил, да, пальцы. Ну что, вот так вот. Ну, у вас же тоже есть какие-то, только у вас, наверное, механические, да, стопора, как у вас там? Ну, как бы... На Риме. Вот это вот, да, ну, стопор? Да. Ну, механический. Типа само достаешь. И все. Ты в него упер? Да. Ну, неудобно перебегать быстро. Потом. Знаешь, сначала типа поднял, потом, если забыл его достать, то хер... Вот, видишь, мне новую нанесли. А для чего? Ну, типа, что когда буду здесь сейчас дверь открывать. Ага, типа резиновая? Да. Ну, слушай, ну, по сути, она немножечко помогает. Не, тогда. А у вас есть же, да, вообще ничего? Ну, есть на этих. Ну, бывает ужасно, бывает, да, едешь, блин, вылезти вообще. Ну, опасно, да. Прям голый металл. Тут уже вообще, да, там было. Я в какой-то бабушке зараз стукнул. Нормально.
Че, Ляненька, пойдем легко кушать, да? Тусить? Кушать, да. Да. С Лехой решили после тяжелого дня отдохнуть, покушать. Ну и будем ложиться спать, в 5 утра выезжать. Так вот, готовим макарошки. Что у нас будет здесь? Лучок, сосисочки. Ай, все, красота, обжарим. С тушенкой еще, кстати, белорусской. Ух. Особое. Будем готовить. В общем, балдеем. Леха нам чистит морковку. Потом на терочку. Короче, нафиг. Давай, закидывай лук. Добавляем лук. Морковочка уже обжарилась и даже сгореть успела. Да еще, наверное, масло. Ну да. Итак, лук с морковкой уже на месте. Леха пробует тушенку. Ты показал, когда открыл? Ну, открыл. Будь здоров, хотя бы добрались, уже ладно. Вырезал дырку. Ну да. Лунка такая, да? Слушай, саму можно подрезать. Ну так какая-то вроде мясо. Ну если потом подрежем, может, сейчас такая. Да, сосиски. Так подрежем, слушай, чтобы... Так сосиски ты еще... А тушенку ты хочешь куда? В макароны или сюда? Сюда, здесь жарим сейчас. Сосиски вместе с макаронами? Там и то. Я считаю, очень классно. Сосиски? Классные. Ну да, сосиски. Ну вообще, ну зажарим, пойду. Надо помешать макароны. Лопаткой помешать. Отлично, почти сварились, уже чувствую, что прям готово. Да? Да. Ну, это же хорошо, это успех.